Здравствуйте, в эфире программа «Люди говорят» и с вами ее ведущая Елена Семеновичева. Мы предлагаем вам высказать свое мнение о тех событиях, которые происходят в социально-экономической сфере в нашем городе, да и в стране в целом. Одним из первых вопросов, с которым мы вышли на улицу города, довольны ли вы соотношением цены и качества на продукты питания на полках в магазинах нашего города? Если честно, не очень. А что конкретно вас не устраивает? Часто бывают просроченные продукты в магазинах. А вот в каких? Можете, пожалуйста, конкретно назвать? Да вы всех покупали. А что конкретно вы встречали? Сыр, сливочное масло, молочный продукт, кефир. Ну это все привозное, местное просрочено не бывает. Ну коробка стоит, там яйца, и там некоторые не были всякие, грязные. Битые. И битые. Ну я же хожу, выбираю, белые не беру. Ну вообще вы их видели? Видел, конечно, особенно овощи бывают плохие. Ну, качество-то устраивает, цены не устраивают. Только дороговато, цены. Конечно. Испорченных продуктов вы не встречали на полках? Ну, так, что-то не обращал внимания. Ну, попадалось, просто я уже не сдавал, домой приносил, подкрывал, ну, что, нести обратно. Качество, конечно, не очень хорошее, но цены, конечно, очень высокие. Нам, пенсионерам, купить трудно. Мы иной раз зайдем в магазин, посмотрим и обратно уходим. Если у вас есть мнение по волнующему вас вопросу, задавайте его по телефону на нашем сайте и лично мне. Каждый день наша съемочная группа выходит с опросом на улицы города. С вами была Елена Семеновичева. Увидимся.